Кем я обязан такой честью, Кэп? Вы говорили о письмах. Что в них? О, теперь вам интересно. Это письма Кида. Капитан зарыл свои сокровища и послал письма четверым друзьям. В каждом по странному кусочку кожи. Найдешь их, найдешь и сокровища. Все очень просто. Могу я взглянуть? Ты, может, и капитан, но умом не блещешь. Готов меняться. Найдешь мне кое-какие побрякушки, получишь письмо. Я сам сокровища коплю. Побрякушки? Какие? Где? Подумай, капитан. Мало ли чего можно найти на фронтире. Нашел что-нибудь? Ха, недурно ты потрудился. На письмо уж всяко заработал. Держи, капитан. Что-то форт не выглядит заброшенным. По-моему, он обитаем. Значит, нужно как-то отвлечь их внимание. Когда я пропаду, ждите 10 минут и атакуйте форт. Я под шумок туда и проникну. Есть, капитан. Звучит страшновато, но вы, несомненно, справитесь. Вряд ли они выпускали пиратов вроде Везунчика Лема погулять. Так что искать его кусок карты надо только там. Во двор нельзя. Придется в обход. Может, чайка или крыса? Больше тут и не бывает никого. Кому придет в голову напасть на этот форт? Никому. Ибо незачем.
Мы тут торчим, потому что капитан провинился. В чем это? Да хрен его знает. Оплошал, небось, где-нибудь? Заткнись уже. Смотри в оба. Да. Да. Марш! Опоздаем, куда капитан послал всех выпарю! Да я бегу! Бегу я! Что ваше беспрестанное нытье? Не форт, а дыра! Да капитана сослали сюда за то, что было в Польше! С меня довольно! Мы здесь. И напоминаю, у нас приказ... Удержать форт Волкот против мятежников любой ценой! Это все, что должно вас волновать! Вы ничего не знаете ни о стратегии, ни о передвижениях повстанцев, так что хватит скулить! Тот, кто будет ставить приказы под сомнение, получит 10 ударов плетью и неделю в карцере без пайка! Это ясно? Так точно! Так точно! Проверяем список нарядов на будущую неделю. Рота Б. Строевая подготовка и никакого рома пока не... Этот малый совсем спятил. До чего люди доходят? Этот щенок получил по заслугам. Вел себя как последний хам. Это всем вам будет уроком. Да он же в сердцах сказал. Размяк, что ли? По-моему, так нельзя. Орлиным гнездом. Что там у тебя, мятежник? А тебе... Стройся!
Убить его! Опоздали, капитан. Эти молодчики в форте не слишком-то мне обрадовались. И? Что и? Нашли еще кусок? Он был там? Был, мистер Фолкнер. Еще есть? Давай-ка поглядим. Славные находочки. Хвалю. Заработал еще одно письмо. Кладбище кораблей тут за мысом. Не промахнешься. Говорят, на одном из них был Эйбл Оуэнс. Если не врут, здесь лежат его останки. Тут всегда полно мародеров. Будьте начеку! Если здесь погиб корабль Эйбла Оуэнс, значит, он и сам тут что-то искал. Еще корабль. Мародеры. Дай сюда! Отвали! Я нашел мое! Стой! Отвали! Это мое! То, что ты забрал, мое! Так-то просто. Не твое! Отбежите от меня! Я то на клюв! Чего ты признал? Я ничего не сделал! Отдай мне то, зачем я пришел! Извиняй, похоже, ты нынче проиграл.
Дракон. Волчьего логова. Что на этот раз? Поглядим, поглядим. Да это клад! Лопни, моя селезенка! За это полагается письмецо. Надеюсь, Фолкнер не ошибся. Не понимаю, ну почему все так верят в этот северо-западный проход? Октавиус. Единственный корабль Хендрика Вандерхелла.
Хендрик Вандерхелл. Квартирмейстер Кида, сам ставший капитаном. Пути, что ты искал, не существует, Хендрик. Надеюсь, ты страдал недолго. Выбираться отсюда. Надо выбираться. Ничего себе. И рядом камень, что не подходит. Снова ты? Принес чего-нибудь? Ха-ха-ха, чтоб мне лопнуть, заслужил свою бумажонку. Обязательно расскажи, что там было. Джозеф Палмер доживал жизнь на Ямайке, где-то рядом с этим замком. Фолкнер сказал, его бумаги попали в частный музей лорда Льюиса Хатчинсона. Сколько же зла видело это место. Thank you.
Личный музей Хатчинсона. Кусок карты Кида должен быть здесь. Кажется, выстрел произвели с балкона. Видимо, убийца преследовал жертву. Но как? Механизм маски поврежден. Не понимаю, как вообще здесь можно жить? Неудивительно, что Хатчинсон рехнулся. Я уже схожу с ума.
Должны же быть здесь хоть какие-то подсказки. Возле дерева, сраженного огнем. Что вы из этого поняли? Похоже, это часть одного целого куска кожи. Под орлиным гнездом, у волчьего логова, возле дерева, сраженного огнем, и рядом камень, что не подходит. И путь к острову. Очень странные символы. Это остров Оук. Я раз 50 мимо него ходил. Скучная островишка, если честно. Его-то найти, думаю, будет просто. Да, и мы будем ждать тебя, как только ты туда соберешься. И вправду нашел чего-то. Что-то мне не по себе. И сокровища Кидда, и тайны эти, все это мне здорово не по нутру, капитан. Не беспокойтесь. Это обычный клад. И я так думал, но зная, на что Кид пошел, чтобы скрыть его, теперь сомневаюсь. Все указывает на этот заброшенный остров. Настоящая чертова дыра. Что же Кид такое прятал? Не знаю. Но очень хочется узнать. Помните текст? Под орлиным гнездом? У волчьего логова, возле дерева, сраженного огнем, и рядом камень, что не подходит. Может, это ориентиры? Возможно. Готово. Вот. Есть. Вот так. Вот.
Вот так. Есть. Я знаю, где вход. Это как так? Вы догадались? Ай да, капитан. Там бегут волки, капитан. Яма. 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 Ничего себе, камешек! Есть идеи? Думаю, порох нам поможет. Хороший взрыв и дело с концом? Неплохо. Заодно наверняка отпугнем этих проклятущих волков. Думаю, хватит. Так. Вот из-за чего капитан Кит так долго страдал. Потрясающе. Потеряли, капитан. Все в порядке? Да. Кажется. Что там произошло? Что вы нашли? Это все? Один золотой и больше ничего? Что, тайник уже обчистили? Какого черта? Не знаю, что это. Но понимаю, почему Кит так ею дорожил. Любовь.
Любопытная вещица, а? Я тут поколдовал немного и выяснил, что эта штучка — наследие первой цивилизации. Похоже, для них они были что-то вроде щита. Излучают мощное электромагнитное поле, потому такая реакция на металл. Понятно, почему Кидда считали неуязвимым. С такой побрякушкой в кармане легко можно изменить траекторию пули. Полезная штучка, чего уж. В общем, это я так, к слову, продолжаем. We have to take us to the edge of heaven.